Уважаемые друзья, находимся на одной из самых больших смотровых площадок Украины, Киева. Сегодня здесь Украина, Швейцария. Эти все пуфы сзади меня, которые находятся на соцдистанции, будут забиты настоящими фанатами, болельщиками. Сегодня поинтересуемся, каково настроение, какой будет счет, какие люди придут и на что способна наша сборная. Поехали! Друзья, со мной один из самых ярких болельщиков сейчас, это Марина и Валерия. Я хотел сказать, что это Александр. Александр буквально за одну минуту назвал 40 игроков сборной Украины. Я был в шоке. Саш, какой сегодня будет счет, по твоему мнению? Играем со Швейцарией, серьезные ребята. Да, я надеюсь на победу сборной Украины. Надеюсь, они забьют как можно больше мячей, и счет будет 2-1 в нашу пользу. Давай, кто сейчас на пике Украины? Вот один из тройка. Тройка, Руслан Малиновский. 100%, Малина. 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 Думаю, Тарас Степаненко. Степа, да простит меня, ребята, простят меня. И Богдан Михайличенко. Он сегодня дебютирует. Я желаю ему удачи. У него все получится. У нас сильная группа. Немцы, испанцы. Да, конечно, сильная. А в дивизионе А слабых групп не бывает. 100%. Давно болеешь за душой и сердцем за Украину? С самого рождения? 22 года уже. Это первый! Стащили! Сзади меня посмотрите, какая обстановочка! Класс, 13-я минута, ребята! Все встали! Пошла волна! Пяточкой, пяточкой! Это круто! Ярмоленко, ну как ожидалось. Александра, во-первых, добрый вечер. Только что за нашей спиной забили первый гол. Мы очень рады все. Очень многие люди считают, что девушки, особенно симпатичные девушки, они посредственно относятся к футболу. Ну, то есть поверхностно. Вы же углубленно знаете практически всех игроков. Это правда? Це правда, але знати всіх гравців – це якраз таки, напевно, поверхнево. Тому що заглиблюватися в тактику, аналізувати гру, ось це вже… Ну, ви це робите? Ні. Я розумію це все, але я не заглиблююся. А паралельно футболу, які ваші влечення? Паралельно футболу моє найбільше захоплення – це моя сім'я, це мій чоловік. Тому я люблю готувати, я смачно готую, я займаюся собою. Тобто такі справжні жіночі захоплення. І ваш взгляд, який же сьогодні все-таки, ну, понятно, що ми дуже хочемо, щоб наші виграли, а які ваші ставочки, так скажемо? Я думаю, що збірна України сьогодні переможе з різницею принаймні в один м'яч. Ну, я не думаю, що збережу до кінця матчу такий рахунок, я думаю, що буде там 2-1 на нашу користь. Ви зможете відпраздновать емоціонально з криком, з емоціями і в мікрофон. 3, 2, 1, давайте! Андрей, вы... это была судорога у Андрея. Попытка номер два. Давайте еще раз два шага назад, Андрей. Можете сейчас повторить. Смотрите, это был такой рывок начинающего футболиста. Готовы? 3, 2, 1. Давайте. Украина! Гол!
Ставте! Украина! Нам нужна скорая! Друзья, закончился матч Украина-Швейцария 2-1. Радостная украинская нация расходится по домам. Некоторые люди, как вы видите, остаются ночевать здесь, на большой площадке КВЦ Парковой. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Дальше лучше, дальше больше, дальше спортивнее, дальше интересней. Любите спорт, маму, носите шапки и обязательно смотрите «Провокатор».